Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы быстренько пробежимся по игре, которая называется «Битва субмарин». Ну что ж, поехали. Так, надо кнопочки, ребята, мне, наверное, поставить на место. Ну что, вроде бы нормуль, давайте проверим. Так, начать обучение. Заводи двигатель, вперед. Ага, понял. Ну что, ребята, как вы понимаете, игрулечка у нас про подводные лодки. Будем драться в PvP-боях. Как говорится, апгрейдить свои лодочки, покупать новые и все в том же духе. Так, ну что, мы с вами завели двигатели, пока двигаемся. Ага, вот так вот мы можем с вами поворачивать в любом, то есть направлении получается, да? Погоди-ка секунду, почему меня возвращает в обратное? Так, ага, вот, я думаю, что так темно-то как-то. Управляй движением, ну это понятно, это мне не нужно. У меня это все и так работает. То есть мы можем всплывать. Управляй камерой в любой точке экрана. Ага, вот так вот мы можем с вами обсматривать всю территорию. Начинаем патрулирование. Плыви к патрульной точке А. К патрульной точке А. Только не говорите, что это патрульная точка вот внизу, которую я проплываю в данный момент. Слушай, скорее всего она есть. Смотрите, наверху какие-то там непонятные буйки находятся. Лодочка у меня называется Балау. Что-то я не понял, меня что, опять на начало скинули? Слушайте, да, по ходу дела. Значит, мне в любом случае нужно плыть к точке вот этой, к точке А. Хорошо, давайте попробуем. Вот так, надеюсь, прокатит. Так, ну, вроде бы плыву прямо на нее. Не понял я. Что опять неправильно я сделал? А, я, наверное, правильно делаю. Ребят, точка просто сдвигается. Все, я понял. Она вначале была на одном месте, сейчас, по-моему, на другом. Я специально остановил двигатели, чтобы выровняться и проплыть в точку Б. Вот так вот. Да, ребята, а что вы хотели? Подводные лодки, они такие медлительные. Вот, будем потихонечку с вами подкрадываться. Так, что такое? Наведите прицел на врага и стреляй, когда цель будет захвачена. Кьюбик какой-то у нас там впереди. Опса, смотри-ка. Цель захвачена, торпеды готовы. Пока, родной. Корми акул. Ну, есть, не понял. Так, ребята, у нас еще есть какие-то... Не успел прочитать, конечно. Ага, это малые торпеды, не наводятся на цель. Надо включить снайперский режим, чтобы самому метиться. Понятно. Ну что ж, давай посмотрим. Есть. Так, ну вроде бы азам нас научили. Отличный бой. Идет синхронизация. Хорошо. Так, первый день, 2000 серебра мы с вами зарабатываем. Неужели тут музыка есть? Я думал, тут музыки не будет. Так, добро пожаловать на базу. Зайти в меню улучшений. Смотрите, ребята, корпус, двигатель, главное орудие. Так, хорошо. Работы по улучшению требуют серебра. Ну, само собой. Улучшение завершено. Двигатель уровня 1 стал уровнем 2. Для высоких рангов модернизации требуются чертежи. Ну что же, нам говорят, опробуйте свою новую субмарину в бою. У каждого оружия есть зеленый сектор стрельбы. Торпеда не выстрелит, если прицел за пределами зеленого сектора. Захватить контрольную точку и уничтожить как можно больше врагов до конца матча. Ну что ж, все мне предельно ясно. Короче, здесь, ребята, бои вот происходят именно таким макаром. Нифига народу-то присоединилось сразу же. Осталось 3 субмарины. А где я? А, вон счетчик идет, ребята. Идет счетчик. Сейчас он, наверное, закончится. И вот мы начинаем. Хе-хе. Первый реальный бой, ребята, с реальными игроками. Так, ну что, давайте потихонечку, наверное, выдвигаться. Я думаю, это будет самое то для нас. А где мои... А, вон они все. Зулу, Зулу, Кьюбик. А у меня-то что за лодка? Кто скажет, как моя лодка называется? Я не вижу названия своей лодки. Может, она вообще безымянная? 80 тысяч здоровья у моей лодочки. По торпедам я пока не вижу, сколько их.
В общем, плывем. И какой-то белый флаг. Нам нужно, ребята, видимо, ту точку, что ли, захватить с флагом. Скорее всего, давайте вот здесь вот проплывем с вами. Опачки, кто там, что там? Ахмат? Чай Ахмат, ребята, появился у нас на горизонте. Только не говори, что мы промазали, блин. Точно, мы, по-моему, промазали. Торпеда куда-то в гору врезалась. Слушай-ка, а он не дурит ли меня случайно, а? Зулу. Слушайте, ну я так понимаю, Зулу — это название подлодки. Ага, смотрите-ка, вот она, точка, которую должны держать. Матей. Какой-то Матей появился. Рафаэль. Слушай, а что они так быстро уже на этой точке стоят, а? Ну-ка, давай-ка их немножко приструним, я думаю, да? Черт, хреново, конечно, навел я. Ну ладно, посмотрим. Ёлки-палки, я даже урона не наношу. Я что, один, что ли, на всех иду? Или что, или где мои-то? Я не вижу никого. Так, по-моему, даже урон не наношу. Ох, там что-то бумкнуло. Пим-пим, это вот столько я отнял у него? Зашибись просто. А, знаете что, ребят, тут, скорее всего, есть радиус повреждения. Вон, я вижу, там мои уже стреляют. Короче, есть определенная дистанция, на которой реально забомбить врага. А есть, где просто будешь стрелять, и все бесполезно. О, пошла родная. Смотрите, как там мои колбасят. Ребятульки, я же вижу. Оп, кто-то там торпеду пусканул. А давайте-ка мы тоже что-нибудь пусканем, ребят. Уж больно хочется мне глянуть. Поплыла моя родная. Ну давай, 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 давай. Давай, давай, бомби. Ох, ничего себе, она бомбанула. Этому Рафаэлю сейчас не сдобровать будет, ребята. Сейчас ему будет не сдобровать. Слушайте, очень... Что такое, я не понял. О-о-о, погоди, 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 погоди. А что происходит? Торпеда пошла. Ах ты, смотри, что творится, ребята. Он меня обошел сбоку. Как же так, я его не увидел. По-моему, у меня сейчас будет полный свистец. Давайте-ка задний ход будем давать. Да куда же у меня снаряды-то летят? Ё-моё. Я же забыл, они, ребята, не наводятся. Так, пошла торпеда. Е, ну маловато все равно отняли мы здоровье у этой лодочки, согласитесь. Слушайте, сколько у меня здоровья? 60 тысяч уже. Ё-моё, 20 тысяч как не бывало. Опс, торпеда прилетела мне. Зашибись, я вам скажу. Так, я чё так медленно пялюсь назад-то, эй. Ну-ка давай-ка этого гаденыша пропишем. Е, ползоровья я уже отнял. Зулу, по-моему, тебе пора раздохнуть. Е, потихоньку, ну бомбим. Что, 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 что за предупреждение? Торпеда ко мне летит, да? Ну дайте хоть одного гада добить, а. Слушай, мне такое ощущение, что у меня корабль какой-то фуфлянский. Ну, торпеда, куда ты полетела мимо-то? Да, вот это сейчас было глупо. Она пролетела мимо просто-напросто. Вот, вот сейчас уже хорошо пошло. Взорвали мы одного гаденыша. Опа-на, опа-на, торпеда. Да, ребята, меня взорвали сейчас только что. Я видел, торпеда летела. Хорошо. Я так понимаю, я должен сейчас появиться заново. Слушайте, вы в курсе, что они ведут? Они ведут по очкам. Сколько они? 60. Да. Нам их уже никогда не догнать. Слушайте, вот они стоят на этой точке, да? Вот идет захват. И у них идут очки, видите? 67, 68. То есть, если у них по окончанию матча будет больше очков, то, соответственно, они выиграют, а мы проиграем. И это плохо. Ёлки-палки, как мы с вами стартуем-то медленно? Мне кажется, что у меня лодка фуфло. Но она самая начальная, я ее даже не улучшал, не апгрейдил же, согласитесь. Так, вражеская команда близка к победе. Понятное дело. Я больше чем уверен, что это далеко не нубы. Это уже, наверное, игроки, которые... которые реально тут долго и давненько играют. Так, слушайте, ну мои стоят на точке, но, по-моему, нам уже здесь ничего не поможет. 48, мы сейчас... Кстати, у нас идет набор очков. И это хорошо, это очень хорошо. Что опять? Мне не нравится вот этот звук. Это предупреждение о том, что что-то где-то сейчас полетит. Вон, вон, смотрите, ребята, слева. Видите, слева появляется 1,9 километра Зулу. Слушайте, а мы можем выиграть за 32 секунды. Я не знаю, я попробую, конечно, сейчас.
Проблематично. Навряд ли мы сможем удержать точку. Точнее, точку-то удержать сможем, но очков навряд ли мы успеем набрать. Ты посмотри, что он делает, а? Бомбит по мне, и все здесь. Ребята, стоим насмерть. 14 секунд. 14 секунд. Блин, блин, ский. Давай вон того балау попробуем забомбить. Так, тихо. Есть, там еще один взорвался, по-моему, нет? Поражение. Да, ребят, мы по очкам с вами не дотянули, чуть-чуть всего лишь. Ну да ладно. Это было, как говорится, первое обучающее. Че, мне новая субмарина доступна? Хо-хо-хо. Конечно, купим. Так. Давай, древо технологий тут еще есть. У каждой субмарины. А это что такое? Ага, фракции. Можно за красных, можно за синих играть. Понял. Опачки, мы с вами новую подводную лодочку купили, ребята. Отлично. Слушайте, смотрите, ее можно апгрейдить. Посмотреть, как она выглядит. Слушайте, а мне нравится. Называется она Зулу. Ага, чертежей у меня не хватает. Жаль. Так, что я вообще могу еще сделать, а? Улучшить. Ага, мы улучшили с вами только что двигатель. Ну что, давайте попробуем, наверное, ее в бою, как вы думаете? Так, статусы субмарин. Разгерметизация. Увеличение времени перезарядки орудий. Обездвижен. Потеряно управление основным двигателем. Пожар. Субмарина получает дополнительный урон. И щит. Неуязвимость на короткое время. Захватите контрольную точку и уничтожьте всех врагов. Вот такое у нас задание. Хе-хе. Так, ну что ж, поехали, ребят, у меня новая лодка, так что должны, наверное, мы сейчас с вами так прошуршать, как говорится, эти морские пучины, что нам все нипочем будет. Все, так, где, кто, куда мне плыть, где точка? Так, это все мои стоят, ребятули, здесь. Полный вперед, короче. Ох, я им сейчас устрою тут карнавальную ночку. Отомщу им за первый свой проигрыш. Так... Что-то какой-то я путь, по-моему, не тот немножко выбрал, да? Или тот? Слушайте, ну игруля сделана довольно прикольно. Вот так вот, если посмотреть. Да, конечно, не плавает здесь рыбок никаких. Ну и какие тут могут быть рыбки, если у нас сама подводная лодка как рыбка, ё-моё, смотрится, да? В этих морских дебрях. То рыбок, естественно, мы вообще не увидим. Вон она, точка. Давайте, ребята, я сейчас между вот этих вот, как говорится, скал проплывать буду. Хе-хе-хе. Профи, ё-моё. Так, тихонько. Не врежься только, блин. Мне не хватало еще здесь повреждения получить. Ага, и вон они появляются. Ну, не смотрите, у них... Это я, по-моему, блин, врезался, да? Нет, это уже по мне бомбят, ребята. Ох-охошечки. Пора с ними разобраться, по-моему. По полной, ребята, программе. Торпеды полетели. Ну, давай, родные, бомбим, жарим этих гаденышей. Вау, классно. Слушай, он далеко не уйдет. Я больше уверен, этот серкан сейчас у нас тут и отдуплится. Так, что у меня такое? Что этот значок обозначает, ребят, я не помню. Было написано разгерметизация, по-моему, да? Ну-ка давай-ка этого серкана пустим на дно. Пускай он рыбок кормит. Черт, он поднимается, да, по-моему? Или это я пускаюсь? Нет, это он, по-моему, поднимается. Я что, на них плыву? Нет, я дал задний. Задний даю, ребята. Что-то я прям в кучу к ним туда заплыл. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я теряю его из вида. Я теряю его из вида. Так, хорошо, давай переключаться на другого. Кьюбик. Ну-ка, получи торпеду, Кьюбик. Это кто? Это мои? Мои? Блин, да что такое? Я не вижу. Как ты вот вовремя тут приплыл-то? Ёп-парасоте, а? На одной глубине. Вы хоть... Или выше, или Тони. С какого перепуга здесь делает какой-то Тони? Родной, ты не попутал случайно это местоположение-то, а? Ну-ка, получи. Да, дела идут совсем нехорошо у нас. Мы пока, ребят, проигрываем с вами. Ладно, будем дальше играть. Я этого сейчас потопить должен. Е-е-е-е. Отлично просто. Так, ну что, кто еще? Где? Не вижу. Так, это кто, мой? Это мой, да? Да, это дружеский, отлично. Так, смотрите-ка, у нас идет офигенный захват. Так, погоди-ка, я никуда не уплыл случайно с этой точки? Да нет, вроде бы здесь нахожусь. Захватываем точку. Кто-то здесь, по-моему, стоит, а у нас захват что-то не идет больше.
А, не, во-во-во. Идет. Есть, мы захватили ее. Так, опять у нас идут очки, ребята, идут очки. Так, где вражина? Я по-моему, на самом дне стою, да? Что-то мне такое ощущение, что я вообще никого здесь не вижу. Так, это наш. Понятно. Ага, смотри, Балао выплывает. Такой деловой, новенький. В плане развернуть субмарину на цели. А я что, не развернутый, что ли? Че, ерунду-то порите? Не пойму я, что за ересь-то? Ладно, хорошо. Будем бомбить тогда вот этими своими обычными ракетами. Я замучаюсь, правда, если честно, но... Лучше так, чем стоять просто-напросто, согласитесь. Так, ребята, 2 минутки еще нам надо простоять. Как ни крути. Смотри, смотри, прям вокруг нас крутится, а, гаденыш. Ох, сейчас ему будут кранты. Что-то он там отхиливается. Это ему не помогает. На дно решил, да, залечь? Ну вот уж дудки тебе, браток. Дудочки. Слушай, я вообще по нему попадаю или нет? Что-то я смотрю, вот мои снаряды... А, не, попадаю. Ну, так мало здоровья отнимаю. Ёлки-палки. Разверни, говорят, субмарину. Блин, я теперь понял, почему они говорили. Разверни субмарину, она у меня вообще боком стоит. Так, опачки. Тихо-тихо-тихо. Не погибаем, ребята. Слушайте, у этой субмарины, представляете, 110 тысяч хп было. Так, по-моему, что-то в меня летит, да? Да-да-да, сейчас, по-моему, бумкнет по мне. Ай-яй-яй-яй-яй. Я видел, видел я эту торпеду. Ну, что у нас там по очкам? Ага, 94. Слушайте, я думаю, что здесь чистая наша будет победа. Минута осталась. Они не успеют просто-напросто здесь отбить их. Так. Я даже, наверное, не успел... А, я даже не успел доплыть. Ну что же, моя команда победила. 114 очков, ребят. Ну, это вообще шикарно. Фух, модуль усиления готовы. Установим их. Обязательно установим. Так, бывает 3 типа модулей. Ага, понятно. Выбери модуль. Установить. Отличная работа. Ну что ж, дорогие друзья, вот как-то так быстренько, коротенько я вам показал эту игрулечку, которая называется «Битва субмарин». Ну а с вами был Рэй. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.